Привет, ребята. Обзор еды. Дешевый. Ну, относительно дешевый. Наверное, может быть, где-то можно еще какой-то мега дешевле найти. Ну, наверное, в худшем состоянии. Эти яблоки я уже показывал. Сейчас они стоят 30 рублей. Дефектов у них внутренних нету, только снаружи потемнели. Но если кому не нравится, это можно срезать. И тут уже нету ничего. Если внешне не симпатично вот это штука, то ее просто... какое-то повреждение есть небольшое. Ну, кожуру, в общем, можно срезать. По вкусу отличное яблоко. Вы сами можете попробовать, этот сорт везде продается. Но не в темном, не с темной кожей, он стоит 100 рублей, по-моему, где-то так. Ну, я пробовал, не буду даже сейчас пробовать. Отличный вкус. Так, сейчас подвину. Хурма мне не нравится, когда она вязкая. Кому-то нравится. Я бы не стал покупать. Я вижу, что, возможно, это вязкая. Но цена была 40 рублей. Ну, то есть мега дешевая, можно сказать, 40 рублей. Дефектов я на ней не вижу внешне. По вкусу я даже не пробовал, сейчас и попробую. Может быть, какой-то подвох, может, она протухшая там внутри, фиг знает. Сейчас посмотрим. Да, нормальная, но где она, что она так пачкается-то? Снизу, где она более спелая, не вяжет, а вот сверху, где более твердая, она вяжет. Ну, хорошо, что я много не купил, задолбала эта вяжущая хурма. По-моему, вяжет она незрелая ни хера. Так, яблоко, не знаю, что за сорт. Так, свет, блин, света достаточно. 35 рублей. Ну, видно, что они валялись где-то много и скоро уже начнут тухнуть. Ну, побитые бока у них какие-то. Вкус, не знаю даже, что за вкус. Сейчас попробую. Много даже не хочу, огромные яблоки уже. Наелся этих яблок. Немножко надо попробовать. Кучу этих яблок съел, всяких разных. Внутри нету никакой гнили. Ничем не воняет. Вкус, ну, сладкие, чуть сладкие. Так, сейчас я просто не тороплюсь никуда, как бы такой
Такой ролик, просто рассказываю сказки. Помидоры, о, блин, помидоры. Огурцы мелкие, прикольно, мне нравятся мелкие огурцы. Мелкие, они же дороже, эти как корнишоны называют. 68 рублей. Ну, для зимы крутая цена, я бы сказал, потому что 100-200 рублей продают вот такие огурцы. Дефектов нету никаких. Я съел огурец, отличный огурец. Ну, конечно, парниковый, но отличный просто. Ну, цена, наверное, для зимы это крутая цена, для таких, тем более, маленьких огурцов. Ну, маленькие они дороже ценятся. Так. Теперь мята и перцы, по-моему, из Израиля. Стоят от 40 рублей и 60 еще были, которые меньше мяты, они там 60. Ну, для зимы, опять же, цена отличная. Что внутри? Неохота мне сейчас резать его. Ну, можно разрезать. Сейчас посмотрим, что внутри. Нормально. Нету. Мегагнили нету. Так. Тут бывает вот эта черная фигня. Пока я не вижу дефектов, можно и попробовать. Он брызгается. Нормальный вкус. Нормальный. Обычный перец. Ничего особенного. Не протухший. Главное. И вот такие мандарины. 45 рублей. Отличная цена, я считаю. Но видно, что они подсохли. Потому что ну такой жесткий, как бы жесткий уже мандарин валялся где-то долго. Как я понимаю, он не стух, а просто долго валялся. Сам сорт нормальный, это марокканский. Марокканские хорошие мандарины. Ну и вообще мне мандарины нравятся, они не вяжут, как хурма эта придурочная. Так, сейчас посмотрим, блин. Да, что-то есть какой-то дефект. Надо вскрывать все. Я решил добавлять свои обзоры вскрытия. Потому что внешне-то он нормально выглядел. А внутри, я смотрю, он высохший. То есть снижение цены не просто так происходит, что он 100 рублей стоил, а потом стал типа 45. Да. Никакой гнили я не нашел внутри, но вот это белое место показывает... Блин, мухи прилетели жрать хурму. Что высох он. Высох. Ну, начал сохнуть. Конечно, не совсем высох. Так, сейчас посмотрим, что еще внутри у него. Да. Эта часть уже белая высохла. Ну, не гнилой, и то хорошо. Конечно, сухие, конечно, тоже покупать. Я покупал в Перекрестке за 50 рублей более-менее нормальные мандарины. А тут фактически это пустышка получается. Вот, половина целая. Подсох, пока валялся или ехал, или не знаю, где он там был. Так, ну все.
такой обзор. Все равно это, я считаю, нормальные вещи, то, что я купил. Все, всем я доволен. Хурмой недоволен. Ну, кому-то нравится вот эта вязкость. Мне не очень нравится вязкость. Как бы, может быть, я там зажрался. Когда сладкая хурма, зашибись. А вот эта вот часть вязкая, ну, нафиг это нужно. Всем спасибо. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Я накуплю еще кучу всякого хлама. И на все сниму обзоры.